Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, я Сергей Вожжов, маркетинг-директор Benefit Company. У нас с вами сегодня вроде как бы традиционный ежепонедельничный семинар. С одной стороны, он у нас еженедельный традиционный, с другой стороны, он у нас необычный, потому что у нас сегодня с вами необычная достаточно тема, о которой мы будем говорить. У нас сегодня определенное открытие, определенный первый день определенных новых новостей, и вот как раз об этом мы с вами сегодня поговорим. И у нас сегодня не одиночный день рождения, у нас сегодня целый двойной день рождения. Причем двойной день рождения начался еще в прошлом году. Я об этом сегодня вспомнил благодаря Фейсбуку. Кто является моими друзьями на Фейсбуке, те видели, я там сегодня опубликовал сообщение, что Фейсбук нагадав, что у нас было год назад. Год назад у нас был запуск. В этот день, 1 августа, у нас был запуск нашего обновленного, на тот момент обновленного сайта, к которому мы сейчас, конечно, уже очень привыкли, но на тот момент он только обновлялся, и первую обновленную страничку нового сайта мы запустили как раз 1 августа. То есть 1 августа, 1 серпня прошлого року, у нас как раз произошел день рождения нашего сайта в сегодняшнем виде. И сегодня у нас повторяется история. Опять у нас 1 августа, и опять у нас рождается сегодня, только сегодня уже рождается у нас система автоматизированного рекрутинга, о которой мы как раз сегодня и будем с вами говорить. То есть сегодняшний наш вебинар будет посвящен тому, что мы уже традиционно 1 августа у нас что-нибудь рождается. У меня такое ощущение, что и на следующее 1 августа мы тоже что-нибудь родим. Еще не знаю что, это у нас история будет позже. Из чего же состоит наша система автоматизированного рекрутинга? Что же мы такого интересного напридумывали? Вау, как выглядит этот сайт. Он у меня выглядел по-другому. Ну ладно, хорошо. Наша система автоматизированного рекрутинга, которую мы сегодня уже запустили. И я вам это сейчас покажу и расскажу. Но в первую очередь она состоит из обновленной странички регистрации. Так называемый landing page или посадочная страница. Разные названия у них есть на просторах интернета. Это наша обновленная страничка регистрации. И я вам сейчас покажу тогда свой экран. Мы пойдем с вами сейчас на обновленную страничку регистрации. Буквально пару секунд ее посмотрим. Я захожу на сайт benefitcompany.com. Вы его прекрасно знаете. И прохожу как раз на нашу страничку регистрации. И до сегодняшнего дня вы знаете, как она выглядела. С сегодняшнего дня она выглядит уже по-другому. Вот тут видите. Global видео, кстати, то, которое, я думаю, вы его еще не видели. И у нас есть здесь обновленная страничка регистрации. Ну, предложение такое. Я вам сейчас просто показываю. Не надо отвлекаться, не надо уходить на страничку регистрации, не надо перепроверять в данном случае, там, правда ли я вам сказал. Вот поверьте, она уже обновилась. Она уже целый час, как новая страничка регистрации. И отличается она не только тем, что она другого дизайна. Она, в принципе, другого содержания. Она, в принципе, теперь другой логики. То есть наш процесс рекрутинга, наш процесс привлечения новых партнеров в Benefit, он значительно изменился с сегодняшнего дня, он значительно улучшился с сегодняшнего дня. Вот чем именно изменился, чем именно улучшился, я как раз сегодня расскажу и обращу ваше внимание на то, как вы можете это сейчас использовать. Во-первых, у нас там появилось новое видео. Вот на новой страничке регистрации у нас появилось новое видео. И это видео я вам сейчас покажу. Пожалуйста, 5 минут вашего внимания. То есть это новая презентация. Она с сегодняшнего дня у нас новая презентация, новая официальная презентация Benefit Company. То есть если до этого у нас главным нашим презентационным инструментом был наш рекрутинговый мультфильм. Он никуда не делся, он по-прежнему актуален и жив, но он уже не раскрывает все возможности и все особенности Benefit Company. То есть с сегодняшнего дня, с чем я вас поздравляю, у нас появилось новое рекрутинговое видео. И это видео вы сейчас как раз увидите. Внимание на экран. Global Benefit Network Company – це унікальний всеукраїнський проєкт, який веде діяльність у трьох напрямках. Перший напрямок – це онлайн-торговий центр BenefitCompany.com, який стрімко набирає обертів, претендуючи на одну з перших позицій інтернет-ринку України.
На даному ресурсі представлений широкий асортимент найрізноманітніших товарів та послуг, які ви можете швидко і легко придбати, зробивши замовлення на сайті benefitcompany.com. Реєстрація на сайті безкоштовна, а доставка багатьох товарів здійснюється по всій території України. Другий напрямок – це інноваційна система Benefit Card, завдяки якій власники карток Benefit отримують бонуси у мережі партнерів програми. А це вже сотні закладів по всій території України, серед яких кав'ярні, ресторани, піцерії, продуктові магазини та магазини одягу і взуття, аптеки, автомийки, готелі та багато-багато іншого. Основна перевага Benefit Card полягає в тому, що це одна картка, котра діє у всіх закладах системи, а бонуси з покупок накопичуються на одному рахунку і легко обмінюються на широкий асортимент товарів та послуг. Третій напрямок – це партнерська програма, завдяки якій кожен користувач системи має можливість не лише економити на особистих покупках, а ще й заробляти комісійну винагороду з покупок залучених клієнтів завдяки плану винагород Benefit Company. У кожного є можливість приєднатися до системи Benefit та забезпечити собі дохід в десятки і навіть сотні тисяч гривень. Ви можете почекати, поки хтось інший підключить заклади у вашому місті до системи Benefit, або активно приєднатись до процесу розвитку компанії вже сьогодні. І не тільки заощаджувати, а ще й добре заробляти з покупок залучених клієнтів та товарообігу підключених закладів. Ключова ідея Benefit Company – об'єднати інтереси покупців та продавців. Кожен покупець при покупці товарів чи послуг хоче отримати якість та сервіс за оптимальну ціну. Це цілком природно. А продавці зацікавлені у збільшенні кількості клієнтів. Тому використовують різні способи для утримання та залучення нових покупців, щоб забезпечити собі прибуток. Вони регулярно витрачають час та гроші на проведення різноманітних акцій та рекламних кампаній, однак часто не отримують бажаного результату. Benefit Company ставить перед собою два основних завдання. Створити для покупців широкий вибір товарів та послуг на оптимальних умовах та забезпечити продавців максимальною кількістю клієнтів. Benefit Company – це вже сьогодні десятки тисяч, а незабаром мільйони покупців, які роблять покупки на сайті benefitcompany.com та в закладах, підключених до системи Benefit Card. Також Benefit Company – це вже сьогодні сотні, а в найближчому майбутньому тисячі, десятки тисяч продавців, які готові пропонувати нашим клієнтам товари та послуги на оптимальних умовах. Зазвичай, людина, яка дізнається про Benefit, безкоштовно реєструється на сайті і зразу отримує можливість робити онлайн-замовлення і заощаджувати на своїх покупках. Частина витрачених коштів повертається на особистий рахунок в системі у вигляді бонусів. Окрім інтернет-замовлень, у кожного зареєстрованого партнера є можливість придбати бонусну картку Benefit і при використанні її у закладах, підключених до системи Benefit Card, отримувати бонуси за фізичні покупки. Вартість бонусної картки єдина по всій Україні і складає всього 100 гривень. Багатьом нашим покупцям важко втримати своє захоплення, коли вони відкривають для себе всі переваги та можливості Benefit. Вони починають про це розповідати своїм родичам, друзям, знайомим, які також підключаються до системи Benefit. І завдяки найефективнішій рекламі – сарафанному радіо – процес розвитку та популяризації Benefit Company стрімкий та незворотній. Таким чином, кількість покупців Benefit постійно зростає. Деякі покупці, розуміючи перспективу заробітку в компанії, також підключають до системи нових продавців. Таким чином, постійно зростає як кількість покупців, так і кількість продавців у системі Benefit. Якщо вже сьогодні взяти активну участь у залученні нових покупців та продавців до системи, то можна не тільки економити, а й отримувати свою частину прибутку. Фонд плану винагород формується із загального товарообігу і розподіляється серед активних учасників системи. Детальніше про план винагород можна дізнатися в окремому відео та на сайті benefitcompany.com. А зараз краще, що ви можете зробити, це зареєструватися та стати партнером програми Benefit. Це абсолютно безкоштовно. Все, що для цього потрібно зробити, це заповнити реєстраційну форму, що знаходиться під цим відео. Нажати на кнопку «Зареєструватись» та діяти згідно відеоінструкції, яка вам відкриється після цього. Не гайте часу. Зробіть це просто зараз. Benefit Company. Твоє стабільне майбутнє.
аплодировать можно, по-честному и крепко, но это только начало того, что мы для вас приготовили. Я еще сейчас на несколько секунд покажу свой экран. Внимание, внимание на экран. И обратите внимание, вот я иду снова на наш лендинг-пейдж, на посадочную страничку. Здесь, вот видите, окошко это видео, да, которое автоматически начинает проигрывать, когда человек попадает на эту страничку. И здесь же есть еще дополнительное предложение. Здесь сказано о том, что только сейчас регистрируйся и получай абсолютно бесплатно. Во-первых, аккаунт в системе Benefit Company, бесплатный за регистрацию, активацию и подтримание в системе. А також 5 специальных видеоуроков, уникальную свитную программу ликвидации финансовой безграмотности. То есть мы с сегодняшнего дня каждому новому партнеру делаем специальный подарок. Каждый новый партнер, видите, тут у нас есть еще и часики, которые бегут и говорят о том, что надо успеть в течение вот этого времени зарегистрироваться. Тут дается 15 минут на получение подарка, то есть для того, чтобы человек внес свои данные, ну и, соответственно, кликнул большую красную кнопку «Зарегистрироваться». То есть 5 минут длится видео, и еще 10 минут мы даем 10 минут на то, чтобы заполнить 5 граф. И, соответственно, сразу после этого открывается следующая страничка, на которой у нас находится следующее видео. Вот тут я хочу как раз показать презентацию, да, то есть вот у нас первый этап системы нашего автоматизированного рекрутинга – это новая страничка регистрации, обновленный лендинг-пейдж, который вы уже увидели. И сразу после того, как наш новый партнер регистрируется, он попадает на вторую страничку, на страничку подтверждения регистрации. Мы предлагаем в момент регистрации сделать это побыстрее, чтобы получить подарок, уникальную образовательную программу ликвидации финансовой безграмотности. И внеся свои регистрационные данные, партнер, кликнув на красную кнопку «Зарегистрироваться», попадает на вторую страничку, на страничку подтверждения регистрации. На страничке подтверждения регистрации у нас также находится видео, в котором он знакомится с одним интересным человеком. Это видео я вам сейчас включу. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Сергей Вожжов. Я маркетинг-директор Benefit Company. Я вас поздравляю. Только что вы зарегистрировались как партнер Benefit. Это правильное решение, и за следующие несколько минут я расскажу вам, что мы для вас приготовили. Во-первых, это те возможности, о которых мы рассказали в предыдущем видео. Надеюсь, вы его посмотрели. Если нет, то после того, как я закончу, вы можете вернуться, чтобы досмотреть его. А во-вторых, это специальный онлайн-курс ликвидации финансовой безграмотности. Я автор этого курса и проведу его специально для вас. Этот курс появился как результат моей более чем 20-летней деятельности предпринимателя и бизнес-тренера. Я обнаружил, что многие люди в жизни имеют финансовые проблемы просто потому, что не понимают, что такое деньги, и тем более не понимают денежные механизмы. Нас не учили этому в школе, а тот опыт, который мы переняли от своих родителей, очень часто также бывает неудовлетворительным. Мы наблюдаем вокруг себя множество людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, и для которых покупка телевизора или холодильника – это целое событие в их жизни. А для покупки квартиры или машины им приходится брать деньги в долг у банка и значительно переплачивать за эту и так недешевую покупку. Более того, им приходится жить в состоянии должника десятки лет. В молодости у меня самого была ситуация, когда я был должником. Я был должен так много, что мне казалось, что я всю жизнь проживу должником и умирать буду тоже должником. Именно мои долги, именно то, что я был должен тогда такую крупную для себя сумму, сподвигло меня разобраться в том, что же такое деньги и как это работает. И когда я отдал последний занятый доллар, я уже больше никогда в жизни не занимал денег. А свои квартиры и машины я покупал только после того, как у меня была заработана уже полная сумма на покупку. Не думайте, что моя история – это какое-то чудо. На самом деле изменить свою ситуацию и начать жить по-другому может каждый. Именно об этом пойдет речь в курсе ликвидации финансовой безграмотности, который я для вас приготовил. Мы пройдем по 7 простым шагам, выполнение которых позволит вам кардинальным образом изменить свою жизнь и улучшить качество своих взаимоотношений с деньгами. Эти 7 шагов к финансовой свободе уже помогли сотням моих учеников значительно улучшить свое финансовое состояние, выкарабкаться из долгов,
увеличить свои доходы, раз и навсегда выкарабкаться из финансовой зависимости. И сейчас я расскажу вам о том, как получить первые 5 видеоуроков этого курса. Через минуту на ваш почтовый ящик, который вы указали при регистрации, отправится 2 письма. Если по каким-то причинам вы указали недействующий почтовый ящик или ошиблись в его адресе, то под этим видео есть окошко, с помощью которого вы можете изменить, исправить эту ошибку. Сделайте это прямо сейчас. В первом письме вы найдете свой логин и пароль для входа в личный кабинет партнера на сайте benefitcompany.com. Сохраните их. Они вам понадобятся для того, чтобы делать покупки в нашем интернет-магазине и получать бонусы за эти покупки. Для использования бонусов вам также понадобится логин и пароль вашего личного кабинета. Если у вас еще нет карточки Benefit, бонусной карточки Benefit, то вы можете заказать ее в своем личном кабинете и использовать ее для того, чтобы делать покупки в заведениях, которые подключены к системе Benefit Card, и получать бонусы за эти покупки. Наша партнерская программа позволяет вам также получать комиссионные за рекомендации. Свою партнерскую ссылку вы также найдете в своем личном кабинете. Поэтому сохраните логин и пароль, они вам будут очень полезны. Во втором письме вы найдете ссылку активации нашей почтовой рассылки. Кликнув на нее, вы даете согласие на то, чтобы получить серию наших видеоуроков. Сразу после активации первый видеоурок придет на ваш электронный почтовый ящик. Обратите внимание, что каждый урок будет содержать в себе задание, которое важно выполнить. Просто прослушивание уроков ничего не даст. Только выполнение заданий позволит вам кардинально улучшить свое финансовое положение. На протяжении 5 дней каждый день вы будете получать от нас следующий видеоурок. На то, чтобы просмотреть видеоурок и выполнить задание, вам понадобится от получаса до часа вашего времени. Вложите это время в себя. Сделайте эту инвестицию. Прекратите откладывать на потом то, что действительно важно. Давайте начнем вместе работать над тем, чтобы вы имели больше денег и достаточно времени, чтобы распоряжаться этими деньгами в свое удовольствие. А чуть позже вы получите от меня приглашение на специальный закрытый вебинар, в ходе которого я сделаю вам отдельное, очень выгодное предложение. Сразу после посещения вебинара вы сможете получить оставшиеся уроки видеокурса «Ликвидация финансовой безграмотности». А сейчас давайте уже начнем. Встретимся в первом видеоуроке. Дайте мне какую-нибудь вашу обратную связь. Хорошо. То есть я вот ощущаю, что вы радуетесь уже за наших новых партнеров. Вы же понимаете, что вот по этому пути пойдет сейчас каждый человек, которому вы даете свою реферальную ссылочку на страничку регистрации на сайте benefitcompany.com. То есть фактически все это мы делаем сейчас для ваших партнеров, для того, чтобы вам приятно и интересно было приглашать в Benefit людей, для того, чтобы вы дали страничку на ссылку на посадочную страничку, на регистрационную страничку с удовольствием, чтобы вы понимали, что там человека ждет и как это будет радовать и его, и вас в это же самое время. Его за то, что он получает, ну а вас за то, что вы дали такую замечательную рекомендацию. Итак, вот у нас вторая страничка подтверждения регистрации, на которой наш новый партнер знакомится со мной, как с автором курса «Ликвидация финансовой безграмотности». И это следующий шаг нашей автоматизированной системы регистрации. Это комплект видеоуроков «Финликбез», потому что с этого момента каждый день наш новый партнер начинает получать от нас, от Benefit Company, от меня в частности, как от автора этого курса, каждый день по одному уроку. Первый урок получает сразу после регистрации, то есть подтверждает регистрацию и сразу получает первый видеоурок. Второй урок на следующий день, еще через день. Третий урок и так дальше, в течение 5 дней 5 уроков. Ну и можете поверить, что эти уроки, они просто бомбовые. Я не буду вам сейчас показывать все 5 уроков, в этом нет необходимости, сейчас объясню почему. Просто поверьте, что они просто бомбовые. У нас здесь наверняка есть участники нашего вебинара, которые бывали на одном из семинаров, который я проводил в последнее время. Я в нескольких городах провел этот семинар «Ликвидация финансовой безграмотности». Кто был на каком-нибудь из этих семинаров? Во Львове я проводил, в Харькове я проводил, в Днепре я проводил такой семинар. Кто был на таком семинаре, дайте, пожалуйста, плюсики в чат. Кому удалось побывать на
живом семинаре «Ликвидация финансовой безграмотности». Дайте, пожалуйста, плюсики в чат. Да, Света была, точно. Точно, точно, точно. Виталик был, да. Есть такое дело, тоже правда. Тоже правда. О, Юра был. Было такое, точно. С ужгородцами мы собирались проводить в Ужгороде такой семинар. Не доехал я пока, не успел добраться с этим семинаром до Ужгорода, но, может быть, такой необходимости сейчас уже и не будет. Так вот, действительно, семинар полезный, и каждый раз после этого семинара я получаю подтверждение от участников о том, что они для себя открыли что-то новое, что-то полезное, что-то важное, что-то интересное. И вот выжимку из этого семинара, ну, что можно было вложить в видеоуроки, я действительно вложил в эти первые 5 стартовых видеоуроков, которые получит каждый новичок. Почему? Да потому что у большинства людей вокруг, то, что я замечаю, возможно, вы это тоже видите, сейчас аховая ситуация с деньгами. Отвратительная, гадкая. Даже у тех, у кого было там более-менее все нормально, в последнее время они переживают далеко не лучшие времена. И эти проблемы, они в том числе проблемы не только в экономике, они проблемы в головах. В том, что люди не понимают, что это такое. Были более благополучные времена, они как-то выкручивались. Времена изменились, и начинается просто их финансовый кошмар. Так вот, этот курс, он направлен именно на это, на то, чтобы помочь людям хотя бы в минимальной, в первой версии улучшить свои взаимоотношения с деньгами. Вопрос к участникам нашего сегодняшнего вебинара. Кто бы хотел получить такой курс абсолютно бескоштовно в подарок, пожалуйста, пятерочку в чат, поскольку там 5 стартовых видеоуроков, то пятерочку в чат, кто бы хотел такой курс получить в подарок. Кто поставит пятерочку, возможно, получит. А кто пятерочку не ставит, значит, тому курс... Кому тому курс не нужен. Поэтому ваши пятерочки в чат. Кому этот курс интересно получить в подарок. Так, хорошо, замечательно. Ну, раз вы здесь сегодня на этом вебинаре, вы же уже не новые партнеры Benefit Company. Этот же курс предназначен для того, чтобы новым партнерам раздавать, выдавать его в комплекте с регистрацией. Но, конечно же, мы позаботились о том, чтобы каждый наш действующий партнер также получил этот курс в подарок. Уже завтра проверяйте свою электронную почту. Проверяйте свою почту, которую вы указали при регистрации в Benefit Company. Кстати, вот тут у меня к вам вопрос. Кто получал от нас письма по нашей e-mail рассылке на этой неделе? У нас там, по-моему, было 2 или 3 письма. Было письмо про бонусы, про акции, приглашение на вебинар. Кто получал от нас письма на свою электронную почту? Напишите об этом в чат. Можно просто поставить плюсик, я пойму, что получали. Мы в начале этой недели запустили общую e-mail рассылку. Кто получал письма нашей почтовой рассылки, пожалуйста, плюсик в чат. Сейчас объясню, почему это так важно, почему мы запустили рассылку специально на неделю раньше, чем запустили видеоуроки, для того, чтобы вы убедились, что до вас действительно письма доходят, что у вас правильно указан e-mail при регистрации. Раз, если вы получаете, вот так сформулирую, если вы получаете от нас, получали на этой неделе письма, то значит ваш e-mail указан корректно в базе данных, и все нормально, и уже завтра вы получите на свой e-mail первый видеоурок этого курса. То есть все наши действующие партнеры завтра получат первый видеоурок, уже с первым видеоуроком сможете ознакомиться. Если вы не получали от нас на этой неделе писем, то тогда что-то не так с e-mail. Не значит, что он указан неправильно. Может быть, письма полетели в папочку спам. Значит, надо проверить тогда папку спам. Возможно, они лежат там. Может быть, они попали во вкладочку реклама. Посмотрите, пожалуйста, на gmail-овской почте. Gmail там раскладывает их по разным папочкам, может быть, они попали в папочку реклама. То есть где-то это письмо должно найтись в почтовом ящике. Либо же, если не находится, заходите, пожалуйста, в свой личный кабинет на сайте benefitcompany.com, проверяйте, точно ли указана электронная почта. Если вдруг обнаруживаете, что там ошибка, пишите заявочку срочно на службу поддержки, для того, чтобы служба поддержки исправила ваш e-mail. Потому что... О, был в рекламе. Да, Александр пишет, что был в рекламе. У Светы, я знаю, тоже в рекламу попал. Ну, в этом случае надо просто переложить в папку входящий, и тогда ваш почтовик будет знать, что эти письма для вас важны, и будет их не в рекламу складывать, а в основной входящий почтовый ящик. Так вот, если вы обнаруживаете от нас письма, то значит, вы завтра получите первый видеоурок
послезавтра вы получите второй видеоурок, послезавтра вы получите третий видеоурок. И таким образом на этой неделе вы получите всю серию, всю стартовую серию видеоуроков. На этой неделе, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 5 дней, 5 уроков вы получите от Benefit Company, от меня лично. Этот комплект видеоуроков, во-первых, те задания, которые в нем находятся, выполняйте и сами. Это чрезвычайно полезно, чрезвычайно важно будет для вас. Но, во-вторых, вы будете знать, что же за информационный подарок дает Benefit Company, насколько он полезен для каждого нового партнера. И у вас появится дополнительный аргумент, дополнительная мотивация, дополнительная возможность приглашать новых партнеров, дополнительный прием такой маркетинговый, да, то есть вы можете говорить о том, что посмотри, какое интересное предложение, а плюс сейчас есть еще и в подарок такой курс видеоуроков. Есть смысл зарегистрироваться, это абсолютно бесплатно, для того, чтобы получить такой курс в подарок. Ну, а там, глядишь, может тебе дальше и бенефит понравится, будем сотрудничать. Поэтому у вас появляется такая дополнительная возможность для приглашения новых партнеров. Что происходит после серии видеоуроков? И у вас это также произойдет. На следующей неделе вы получите специальное приглашение, приглашение на специальный вебинар. И, соответственно, каждый наш партнер также после того, как он просмотрит серию видеоуроков, после того, как он выполнит задание, после того, как у него уже появятся первые положительные результаты от сотрудничества с Benefit, обратите внимание, что сотрудничество еще не началось, а первые результаты уже есть. Почему? Да потому что рекомендации в видеоуроках абсолютно универсальны, потому что они касаются его личного бюджета, потому что человек зарабатывает и тратит деньги, и часто этих денег не хватает. А тут мы дадим очень четкие, прямые, простые, эффективные рекомендации, как начать улучшать свое финансовое положение. И это даже вопрос не суммы денег. У кого-то денег больше, у кого-то денег меньше. Но штука в том, что когда у человека больше денег, зачастую их точно так же ему не хватает, как и тем людям, у которых меньше денег. Потому что запросы растут всегда быстрее, чем возможности. Так вот, получив уже 5 полезных видеоуроков и конкретные советы, рекомендации, конкретные упражнения для выполнения, после этого мы приглашаем нашего партнера прийти на специальный закрытый вебинар. На таком вебинаре вы побываете на следующей неделе. Это приглашение вы получите. Я не буду делать презентацию до презентации. Приходите на следующей неделе на вебинар и примите в нем участие и поймете, что за вебинар, по какой схеме и какое же там специальное приглашение будет для наших новых партнеров. И вот как раз и произойдет это специальное приглашение на этом специальном вебинаре. То есть мы это специальное приглашение, оно будет актуально только во время вебинара и на протяжении еще там пару часов после вебинара. То есть этого специального предложения, этого цієї окремої пропозиції, все-таки українською мовою воно якось якісніше, окрема пропозиція. Такого спеціального предложення у нас в стандартному наборі предложений нет. Это предложение будет актуально только во время вебинара. Только те партнеры Benefit, которые придут на этот вебинар, смогут воспользоваться этим предложением. Это предложение не находится на нашем сайте, его нет в открытом доступе. Что это за предложение такое? О чем пойдет речь? Что же мы такое предложим? В чем мы предложим принять участие? Об этом узнают участники этого отдельного специального закрытого вебинара. Вы получите свои приглашения по электронной почте. И для тех, кто это предложение примет, это предложение, которое прозвучит на этом замечательном отдельном закрытом специальном вебинаре, будет предусмотрена система дистанционного обучения. Мы не бросаем наших партнеров на самоте с их проблемами. Мы понимаем, что у всех разный уровень профессиональной подготовки. Кто-то имеет опыт бизнеса, кто-то не имеет опыта бизнеса. Для того, чтобы поддержать всех партнеров, которые принимают наше специальное предложение, мы внедряем специальную систему дистанционного обучения. Каждый наш партнер, который примет это предложение, сможет принять участие в этой профессиональной системе подготовки партнеров Benefit Company. И кроме того, что у нас будет специальная программа дистанционного обучения, у нас будет еще и специальная программа поддержки активных партнеров. То есть каждый партнер, который скажет: «Да, я с вами, мне это нравится, я принимаю это предложение, двигаемся вместе», получит от нас и обучение, и поддержку.
У каждого будет программа действий, у каждого будет поддержка, у каждого будет канал коммуникации. Это целая большая система, которую мы разрабатывали несколько месяцев, и мы сейчас ее запускаем. Вы сегодня знакомитесь только с верхушкой этой системы. Вы видите только лендинг-пейдж, посадочную страничку, страничку подтверждения регистрации. Вы получите на этой неделе комплект видеоуроков. Это верхняя, верхушка айсберга. Но вы же знаете, что у айсберга есть еще и основание, которое под водой, которое значительно больше, в разы больше, чем верхушка. Так вот, вот это основание, это система обучения, поддержки наших партнеров, это специальные предложения для наших партнеров, это огромная программа, которую мы разработали для того, чтобы дать мощный толчок нашей партнерской организации и каждому нашему партнеру. Ну и результатом всего этого станет восьмой пункт. Восьмой пункт – это ускорение рекрутинга всей партнерской организации Benefit Company и увеличение, ощутимое увеличение комиссионного вознаграждения для наших активных партнеров. То есть все это мы делаем, все это мы запускаем для того, чтобы ускорить рекрутинг и увеличить ваше вознаграждение. Для того, чтобы каждый партнер почувствовал свой конкретный результат в своем кармане от того, что мы запускаем эту систему. То есть эта система, она направлена на то, чтобы быстрее, ярче и интереснее развивались ваши организации, развивались ваши доходы. Ваши впечатления от этих восьми пунктов, пожалуйста, в чат. Их можно выражать восклицательными знаками, можно выражать словами, можно выражать какими-то оценками, но для этого надо тогда договориться, по какой системе оценки выставляем. Ну, давайте по 12-бальной системе, по той, которая применяется сегодня в средних школах в Украине. По 12-бальной системе можно поставить оценочки. Спасибо. Спасибо, Рад. Хорошо. 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 Ну, интриган я еще тот, конечно. Ну, я, собственно, сегодня не интригую, я сегодня уже наоборот показываю, да. То есть я бы интриговал, если бы еще ничего не было, а я бы рассказывал, вот когда-нибудь в 42 веке мы для вас это сделаем. На самом деле это все уже есть, и я показываю то, что уже реально есть, потому что уже сразу после вебинара можете зайти на посадочную страничку, можете даже пройти регистрацию, если хотите. Уже завтра, ну, кто не зарегистрирован, да, или зарегистрировать кого-то из своих родственников, например, для того, чтобы глянуть, а что же там вот будет, а как же там оно на второй странице и вообще. То есть это то, что уже все реально работает. Мы обещали 1 августа это запустить. Я нашим активным партнерам говорил, что 1 августа мы стартуем. 1 августа пришло, 1 августа сегодня мы стартовали. Мы полностью четко идем по нашему плану. Поэтому уже на этой неделе вы знакомитесь с первыми тремя пунктами этой программы автоматизированного рекрутинга. На следующей неделе вы пройдете по следующим пунктам, по четвертому, по пятому. Кто-то попадет в шестой пункт и даже в седьмой. То есть это то, что у нас есть, то, что у нас работает, это уже наше сьогодення. Итак, подводя небольшой итог, и дальше будем идти к следующим слайдам. По итогам вебинара пройдите на страничку регистрации, знаете на нее как попасть, заходите на главную страницу нашего сайта, и там вверху слева есть менюшка регистрации. И проходите туда, и уже видите нашу новую посадочную страницу, и можете принять участие уже в новой системе рекрутинга. Ну и завтра на своей почте встречайте первый видеоурок системы ликвидации финансовой безграмотности. Ну, соответственно, по ходу уже получения видеоуроков, дальше мы уже будем с вами развивать эту тему, и встречайте приглашение на специальный вебинар на следующей неделе. Но это не все новости на сегодня. Я хочу еще напомнить о том, что у нас идут акции. О том, что у нас идут акции. Вчера, кстати, аж три акции, по-моему, вчера у нас закончились. Но есть акции, которые продолжаются. Итак, у нас продолжается на этой неделе, до конца этой недели, у нас продолжается еще вот такая замечательная акция. Акция на антиоксиданты украинского производства от производителя Toxifolio. Если вы покупаете сразу комплект таких антиоксидантов, один меньше концентрации, второй больше концентрации, то получаете моментальную скидку 100 гривен.
еще плюс 15% бонус от этой покупки и плюс бесплатную доставку, поскольку у этого производителя такие условия. При заказе двух упаковок вы получаете бесплатную доставку по Украине. Буквально позавчера одну из своих знакомых рассказывала о том, что у нас такая акция, и когда она услышала о том, что там скидка аж 100 гривен, она сказала: «Ой, у меня, наверное, таких денег нет». Я говорю: «В смысле?» Она говорит: «Ну, если там скидка 100 гривен, то, наверное, там же это стоит 1002». И каким же образом она была удивлена и обрадована, что весь этот комплект, он стоит немногим больше 400 гривен, там 445, по-моему. И плюс к этому, это комплект получается на 2 месяца. То есть 445 гривен на 2 месяца, по 200 гривен в месяц в свое замечательное здоровье вложить совершенно невеликие деньги. Поэтому Benefit Company действительно дает очень хорошие возможности и условия. Мало того, что это минимальная розничная цена, по которой эти продукты продаются у нас, плюс от этой цены еще, не плюс, а минус от этой цены еще 100 гривен, еще 15% бонус возвращается на ваш бонусный счет, а посчитайте 15% от 445, это там еще 60 с лишним гривен, да? И таким образом действительно получается очень значимая экономия на очень хороший продукт. Кто пропустил презентацию производителя таксифолио, на нашем YouTube-канале есть записанная презентация, она уже выложена несколько дней как, поэтому можно посмотреть презентацию, узнать, что же это за продукты, чем они полезны для вашего здоровья. Они достаточно универсальны, чтобы были полезны действительно практически каждому. Ну и на этой неделе есть еще возможность этой акцией воспользоваться, чего я вам желаю. Несколько моих знакомых этой акцией уже воспользовались по моей рекомендации. Ну и делая такую покупку, а также любую другую покупку от 100 гривен, то ли с использованием бонусной карточки Benefit, то ли в интернет-магазине Benefit, вы одновременно принимаете участие в акции «Купляй та выигрывай». 5000 гривен премиальный фонд этой акции. И каждая покупка на сумму от 100 гривен, каждая разовая покупка на сумму от 100 гривен автоматически принимает участие в этой акции. Все, что надо делать, просто покупать с помощью Benefit Company. Чем больше покупок от 100 гривен, тем больше шансы выиграть приз. Акция длится с июля по октябрь в течение 4 месяцев. В начале ноября у нас будет розыгрыш в прямом эфире этих призов, поэтому этого призового фонда. Поэтому есть возможность, есть еще время, есть замечательная акция, в которой и можно, и нужно принять участие, чего я вам желаю. Ну и наша служба поддержки работает для вас с понедельника по пятницу с 9 до 18, в субботу с 9 до 15. Есть у нас единый телефон службы поддержки для трех мобильных операторов Украины, меняется только код мобильного оператора. А номер телефона службы поддержки остается один и тот же, 035-45-55. Для МТС это 050, для Киевстара 097, для Лайфа 063. Связывайтесь со службой поддержки. Если у вас возникают какие-то вопросы, мы всегда рады отвечать на ваши вопросы. Ну и дружите с Benefit Company в социальных сетях. Находите нас в социальных сетях. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Дружите с нами в Facebook. Следите за нами в Твиттере. Наблюдайте за нами в Инстаграме. На самом деле, Benefit Company очень активно представлен в социальных сетях, и мы очень активно коммуницируем с нашими партнерами везде, и в офлайне, и в онлайне. Это то, что я хотел вам рассказать, показать сегодня. Это то, с чем я хотел поздравить вас сегодня с запуском нашей системы автоматизированного рекрутинга. Если есть какие-то... есть смысл вот еще какой момент проговорить, да, то есть почему же я ее называю системой автоматизированного рекрутинга, что же здесь такого автоматизированного, вот, наверное, об этом еще есть смысл сказать несколько слов. Ну, здесь фактически автоматизирована будет система введения в бизнес для нового партнера, то есть мы проложили такой маршрут, что вам достаточно просто довести партнера до входа, а дальше он просто по проторенной тропинке, по готовым шагам. Он получает видеоинструкцию, он получает видеоуроки, он получает специальное приглашение, специальное предложение. Он получает приглашение присоединиться к программе дистанционного обучения. Он получает специальные каналы поддержки. То есть фактически вот вся вот эта дорожка для нового партнера, она уже проложена корпоративными возможностями, возможностями компании. Мы инструментами проложили эту дорожку, и у вас, как у наставника, появляется просто необходимость
подсказывать ему с этой дорожки не сворачивать, да, вот просто идти по ней. Есть проверенная тропинка, есть проверенные методики, есть проверенные технологии. Просто иди, просто действуй. Не надо ничего выдумывать, не надо ничего изобретать. Все уже придумано, все уже изобретено. Компания предлагает полный набор инструментария для этого. Просто готовая пошаговая технология с готовыми инструментами по дороге. Просто иди и пользуйся. Вот в этом, собственно, система автоматизации состоит. Что не сделает Benefit Company за вас, чтобы вы понимали. Benefit Company за вас не проведет процесс приглашения человека к сотрудничеству. То есть вот эта часть остается ваша. Партнера приглашаете вы к сотрудничеству, своего знакомого или незнакомого человека приглашаете вы и вводите его в эту систему. А по системе он уже идет автоматически. Соответственно, проходя по этой системе, по этой пошаговой технологии, новый партнер разбирается с тем, как это устроено, как это работает, какие здесь возможности, преимущества. Получает профессиональную систему обучения и поддержки. И включается в процесс приглашения людей в систему Benefit. Точно так же, как вы пригласили его, точно так же он начинает приглашать других партнеров в систему Benefit, которые попадают по этому приглашению в полностью автоматизированную систему, проходя по которой понимают, разбираются, что это такое, как это работает, какие возможности тут есть, что нужно делать, чего не стоит делать, и также включается в процесс приглашения и подключения новых людей к системе Benefit. И таким образом это повторяется из шага в шаг, из круга в круг, от человека к человеку, от сердца к сердцу. Вот в этом, собственно, и состоит процесс автоматизации. Автоматизация здесь для каждого нового партнера, чтобы каждому партнеру не надо было выдумывать и придумывать, что же ему сейчас делать в Benefit. Benefit у него есть, а делать-то что? Вот все то, что мы подготовили, как раз и есть развернутый, готовый пошаговый ответ на вопрос, что делать. Просто бери и пользуйся теми рекомендациями, которые Benefit Company для тебя уже подготовил. Вот это то, что я хотел рассказать сегодня. Да, потрудились. Хорошо. Хорошо. Тогда все на сегодня. На сегодня все. Вам спасибо, вам успехов, вам всего доброго. Участники нашей закрытой тренинговой группы, мы с вами встречаемся на этой неделе в четверг на нашем закрытом вебинаре. Я пришлю еще отдельно приглашение. Ну и напоминаю всем о том, что завтра уже первый видеоурок в вашем электронном почтовом ящике. Поэтому завтра проверьте обязательно свой ящик для того, чтобы получить первый видеоурок и посмотреть его и принять в работу уже первое задание. Все, на сегодня все. Всего доброго, до новых встреч. Бегом бегите к своим семьям. Я вас больше не задерживаю.